Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. 10-й год. Давайте продолжить. Мы играем за десантника пока что. Да. Сейчас мы нахрен накаем тут. Так, минутку. Вот так. Так. Не спешим. Создан из мягкого, податливого материала. Я должен измениться, стать таким же неукротимым, как вы. Представь себе, ваша природа, помноженная на технологии охотников. Мы станем величайшей силой во Вселенной. Мечтатель-то нахрен у нас появился. Размечтался. Аптечки у меня полные, это хорошо. Вот так, так, так. Так, у меня задача, что? Покинуть прах. Свалим, короче. На меня не нападут. Ой, чувствую, отстреливаться надо. Вон, я его заметил. Уходите. Сначала аптечки возьму. Мне хрен там дадут, да, аптечки-то. Как назло, еще, блин, дробовик-то там. Давай, он где-то здесь. Где ты, гаденыш? Слизни, что ли? Вот это что? Данные, которые вы помогли мне достать, касаются Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд-Ютани. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, берегите себя. Так.
Движение. Ну-ка быстро села. Пока не вижу. Никого не вижу. Это что такое? Чему был боеприпас? Винтовка. Так, ладно. Охренеть, так по лесу перемещаться-то. Что это такое? Ты кидаешься чем-то? Так-так. Обрыв. Так, если бы я спустился, обратно бы уже не подняться. Слушаем. Брайс пропал. Он говорил о том, чтобы устроить забастовку на заводе и добиваться улучшения условий. А теперь его перевели на другую работу? Вранье. Ходят слухи о секретных лабораториях и опытах на людях. Чем там, черт возьми, занят этот Вейланд? С какого-то расстояния у меня смысл, да? Поможешь? Сидит там. Где ты? Вот так. Что у вас хищник-то не зачистил? Спокойно. Ну, хорошая штука, через все просвечивает. Только засечь сначала надо. Хотя правильно, по фильму тоже они не всегда засекались. Закрывайте двери.
слетел. Понял. Что это было? Еще один. Много же вас расплодилось тут. Так. Давай посмотрим, что у вас тут. Опа. Ни хрена хорошего. Обороняться надо будет, да? Тебя, блин, столько патронов потратил на гада такого. Оп. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Ой-ой-ой, ни хрена себе, вот тебе раз. Ладно. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Полный боекомплект. К чему? Не понимаю. На помповик пока нет. Куда еще что-то можно? У вас получилось? Покинуть джунгли. Продолжаем за десантника. Используйте аптечки. Так, вы можете держаться при себе не более трех, поэтому берите. Вы можете переключаться между
чем-то. Вы прошли рядовой. Десантный катер был сбит над этими пещерами. У меня дробовичок, это уже хорошо. Слушай. Геологи говорят, что пещеры под заводом уходят на большую глубину. Пишешь? Я раз напился с одним из них, из геологов, то есть. И он сказал, что туннели эти неестественного происхождения. Но и не людьми проделаны. Вот так вот. Наковыряли кто-то туннели. Зачем только так в таком хаотичном порядке? Не понял, что это было. Вот с одной стороны это хорошо. Ну давай вот так вот будем. Блин, ходить, бродить надо, чтобы. Где ты? Вот он ты. Такого гада из дробовика-то не подобьешь. Ладно. Ползем, ползем. У нас пока один выход, один вход. Куда? Ну и ясное дело, что-то они нашли там, внизу. Вдруг откуда ни возьмись, везде объявились парни из корпорации. Кто-то сказал, что Вейланд тоже тут был, но сам я его не видел. Зато видел боевых андроидов. У меня от них мурашки по коже. У всех мурашки по коже, потому что они запрещены нахрен. Дверь-то закрыта. Туда! Понимаю, попугали меня. Скорее, рядовой. Заткнись. Так, тебя-то нельзя так отпускать. У меня за спиной где-то стоял. Нормально, так, продвигаемся потихонечку. Спешить нам некуда.
Ага. Что, куда? Правильно же иду. У меня пока выхода нету. Опа. Вейланд дал нам не слишком много времени. Скоро научная бригада займется расшифровкой хранящихся здесь данных. Мы были правы. Это гробница, построенная охотниками, чтобы воздать почести великому королю или воину их расы. Невероятно, сколько удалось узнать, исследовав одну лишь комнату. Давай, 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 продвигаемся, продвигаемся. Что? А? Неси, проверю. Кто-нибудь сейчас выскочит и выпрыгнет. Похоже, людей Вейланда интересовали руины. Осторожнее. Корпорация могла направить сюда боевых андроидов. Здесь есть что? Ничего, так. Если здесь боевые андроиды, то мне автомат пригодится. Залезть, зачем туда залазить? Не, вообще какой-то тут уникум. Тихо ты! Дебил. Вот так. Хотя с дробовика-то было бы понадежнее, побыстрее. Ну зато вы теперь можете знать, что можете автомат оставить с дробовика, пока похреначите. Еще еще
Вот так. Думали, что я тут бегать, прыгать буду. Где ты, где ты? Кто-то где-то стреляет. Тихо. Вот он. Так, ты-то мне не нужен был, да? Охренеть, ты туда убежал. Еще разок. Вот так. Так, минутку, минутку. Слушаем. Мои просьбы прислать новых рабочих на раскопки не увенчались особым успехом. На первом месте Вейланд. Чертов Вейланд! Если дело не касается его драгоценной пирамиды или ручных монстров Гроува, то ему на все наплевать. Есть такие. Аптечки у меня. Где? А, вон туда. Оп. Так. Курсант, как ты тут оказался? Как нельзя кстати, рядовой. Твою мать. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Парень, вон там для тебя припасен пулемет. Хватай, сейчас к нам пожалуют гости. Где припасен? Да где этот пулемет? Осторожно. Вылез, сволочь! Устроим тебе!
Давай. Подожди, укрыться. Тихо. Не снижаем бдительности. И растительности. Добавь ты дождь. Вы слышали? Бой! Бой! Так. У меня пока все нормально. Не расслабляемся. Так. Не снижаем бдительности. На. А, вон оно что. А с ним не бегается, да? Вон оно что. Если бы их загасили, я бы тут носился бы. Давай. Что у нас тут? Если мне пополнят запас. Боезапас мой. Опа. Подождите. Катер, тут точно ничего нету больше. Я вот думаю, что есть. Смотрите, кстати. Башки нету, вот она. Башка хищника. Причем в маске почему-то. Вернемся к работе. Чувство священного трепета, охватившего меня в первый момент, уступило место восторгу от того, с чем нам довелось столкнуться. Источник столь чистый, что ценность его невозможно переоценить. Да сюда? Сюда. Мой комплект, нет? Нет, пока вот так держим. Пока пулемет мне нужен будет. Уж извиняйте. Не подняться, так не прокрасться. Я бы мог посюда залезть. Тихо-тихо.
Тихо. Ну что, ты помер, что ли? После крушения на нас напали. Они утащили капрала. Мы ничего не смогли сделать. Мы оставили двоих охранять и пошли искать ее. Неужели? Черт. Они тоже погибли? Ну все. Надо спасать. Пора менять. Вот так. То есть, вот здесь я видел гранаты. Подожди, так... А моя снайперская где? Или меня вы ее лишили? Ну ладно. Я так думаю, вот там она стала снайперская. Хорошо. Я понял, что с вами делать. Тем более в замкнутом помещении мне сейчас она не понадобится. Ой-ой-ой. Найти текилу. Блин. Ой, какая прелесть. Какая гадость. Фрах. Черт, куда он делся? Кто это вообще за тварь? Похоже, остались только мы с тобой. Действуем так. Прикрывай меня, а я прикрою тебя. Вот в теории-то зачем она нахрен нужна, ты башка? Охотится, так уж на сильных, если он такой охотник. Не снижаем бдительности. Давай. Что там было? Да вон. Десант, не расслабляем. Вот так. Зебра, мы с тобой вдвоем. Помирать. Пусто! Что там было? На. Не снижаем бдительности. Вот сюда, если я упаду, что будет? Я уверен, потому что мне туда надо. Тихо. Оставь потом. Так, ладно. Слушаем. Среди руин мы продолжаем находить изображения ксеноморфов. Эти существа имели важное значение для охотников. Но какое? Кто они? Домашние животные, враги или боги? Я уверен, ответ прячется где-то здесь. Кто они могут быть? Такие змеиные, да? Такие хрени. Бог пойми, кто она. Слышали? Я тебе предупреждал.
убьет. Не снижаем бдительности. Подожди, тут аптечка была. Вот так. Смотрите, даже здесь они все нарисованы. И здесь что-то нарисовано. Нет? Надо спасать текилу от этих тварей. Текилу. Ну-ка, тихо там. Вы слышали? Десант, не расслабляемся. Слышали? Убить ублюдка! На перезарядку! Да где ты? Проклятый ублюдок растворился! К бою готов! Вот так. Прикройте, перезаряжаем. Быстро, в укрытие. Где тут еще был? Или что? Вы слышали? Тихо, тихо. Ну, блин. Сойдет. Не снижаем бдительности. На дробовичок. Понятненько. Мне чтобы вот в эти катакомбы залезть, посмотреть, что там. Мы куда-то идем нахрен. Тихо. Занята она. Ушел куда-то. Они тут везде. Тихо, не тихо. Десант, не расслабляемся. Так, это мы вышли на противоположный берег. Балтийский берег. Огнемет. С огнемета тут их не достать. Смотрите, что-то, да? Штука нарисованная такая. Как она развивается в желудке. Людей за людей вообще не считают. Опа. Дверь. Закрытая. Указатель цели должен помочь вам не сбиться с пути. Да я знаю. Но мне же тоже собирать надо эти штуки. Что там было? Не снижаем бдительности. И со звездой, с копьем.
Спокойно. Так, тут ничего. Мне очень жаль. Теперь вы одни. Вы это кто? Это я? От него все равно толку-то не было. Прошло всего несколько часов с тех пор, как мы обнаружили старую королеву. Она уже начала откладывать яйца. Вероятно, ее стимулировало присутствие потенциальных носителей. Увидев, как первое яйцо проходит по ее огромному вибрирующему яйцекладу, я невольно содрогнулся от ужаса. Вы чё, падла? Вашу ж мать. Кажется, здесь работали сотрудники Вейланда. Наверняка здесь есть еще один пульт управления дверью. Да, есть, конечно, есть. Вы повернули не в ту сторону. Указатель цели поможет вам выбрать наилучший маршрут. Не знаю, что он мне поможет. Видно даже, да, как двери должны были раскрыться. Кажется, я нашла. Теперь следуйте за указателем. Вот так вот. Ладно, смотрим, что у нас тут. Тут. Помер Ефим. Ну и хрен с ним. А я здесь проходил. Так. А мы не отсюда ли поднялись? Подожди. Я чуть вниз не спустился туда. А я чуть ошибку не сделал. Забираем. Эта тварь где? Это по стенам не умеешь лазить? Охренеть. Что всех чужих перебил. Ну-ка, давай-ка туда схожу. Посмотрите в кабине.
Пока ничего такого не вижу предосудительного. Слушаем. Я нахожу все новые подтверждения моей теории о взаимоотношениях охотников и ксеноморфов. Ксеноморфы – священная добыча, побеждая которую, охотник проявлял свою отвагу и искусство. Для охотников ксеноморфы были воистину самой опасной добычей во Вселенной. Ну, что-то сомневаюсь. Он налево-направо крошит тут что-то. Что-то случилось. Станцию монорельса захватили ксеноморфы. И королева тоже с ними. Если ей позволят создать улей, это катастрофа. Вейланд полностью утратил контроль над ситуацией. Я так понимаю, у меня еще одна матка такая где-то, которую я уже загасил. А раз там была старая матка, ну, значит, есть и новое. Обрушено уже. У них что-то тут типа арены было, на которой они сражались. Но мне туда надо будет потом еще спуститься. Это уже наше изобретение. Вот так. Где ты? Вон там! Вон там! Ты сверху будешь на меня охотиться? Давай.
сюда! На. Ну где ты? Так вот. Как вам удалось скрыть? Мне удалось. И очень рада. Дверь кабины открылась перед боем. Обыщите кабину. Может, там есть какие-то карты, которые помогут найти вашего друга. Когда эта тварь погибла, на арене поднялась решетка. Может, это путь наверх? Да, это путь наверх, он тебе еще шипы вылезли, не забывай, когда он пришел. Так, подожди, вон так скакал, очень даже хорошо по этим штукам. Стоило мне только отсюда вот уйти туда. И все, он в бой пошел. То ли человек, то ли чего высечено. Неизвестно, знаете, что кто-то высекал-то все это дело. Так, тут что? Нужен глаз, да? Глаз, да, глаз нужен. Поменять на дробовичок. Тут у меня полный боекомплект. Мне с него глаз не надо выдернуть. Весь мелкими черепами, господи, какими-то мышиными, крысиными, не знаю, из-под кошек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот сюда, вот они, видите, поднялись. Зачем они, правда, нужны? Не знаю, в каком количестве. Слушаем. Начинаю понимать, ксеноморфы. Их разум — это разум улья, древний и всеобъемлющий. Может быть, их сознание охватывает весь вид в целом? Загоняешься, ты загоняешься. Опаньки, да опатушеньки. Спасибо. Я на связи. Доступ к их аппаратуре. Стойте. Вижу сигнал десантника. Это, наверное, ваш друг. Она жива? Я открыла дверь. Где? Вероятно, они изучали то, что за этими стенами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
А вот это что такое? Ой-ой-ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушаем. Многие месяцы я изучал изображения ксеноморфов. Они здесь повсюду. Мы полагали, что в этом мире их больше не осталось. Однако, если они вернулись, возможно, за ними возвратились и охотники. На дробовичок, а вот нет. Нечего мне тут. Паривать. Кстати, что-то от дробовика там много-много всего. Раскричался. Шел и нашел. Вот так. Как раз успеешь пустить мне пулю в ногу. Я ваш друг. Я так. Помогу. Звучит заманчиво. И как? Каким-то соплями обмазаны. Бери ружье пока. Пошли на выход. Как только нас сбили, на нас напали ксеноморфы. И среди них был один здоровенный, раза в два больше обычного. И визжал он просто оглушительно. Никогда не слышал такого. Так. Так значит, больше никто из наших не выжил. Поразительно, наш бравый курсант пережил самых крутых бойцов. Ты же в рубашке разбился? Ага, в броне рубашки. Скорее, рядовой. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем личинка вырубится. Ну что, мы идем? И не зови меня капралом, можно просто текила. Пошли. Текила. Мнение ты себе большого. Смотрите на указатель цели. Курсант, почему она говорит пока так?
Пойдем сюда. Так. Еще желающие. Охренеть. Вот так. Я тебя разоблачил. Получил. На тебе. Открывай. Открывай. Почему-то через центр поперлся, я не знаю. Это с края не устроено. Теперь вам открыт путь в лабораторию. Спешите. Вперед! Продолжаем за десантника. Мы новый мир построим. Включите фонарик или запаситесь хилс нажатием F. Не ладно твориться в колонии. Да. Так, мы почти на месте. Лаборатория за этой аркой. Вперед. Ого, какое оно огромное. Понятно, почему они не подпускали сюда колонистов. Вот где начались все беды. Беды. Беды у нас из-за Рипли начались. Она, пойдем, поможем, пойдем. Хотя, если по идее, так вывел-то их вообще. Они что, не побили, не убили? Нет. Что мы тут имеем? И запыхался. Давай сюда, сюда. Открывай. Да открывайте. Это он сейчас вырвется. Запарила матрешка. Черт,
Ты его только послушай. Он за это заплатит. За все. Это его вина. Согласна. Стабилизируем ваше состояние, капрал. Не спорю, но если я все равно взорвусь, предпочитаю сделать это поближе к этому... Успокойтесь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Как скажешь, красавица. Охренеть, еще адреналин его активизируют. Черт, проклятая личинка не дает вздохнуть. Рядовой, я должна как можно скорее помочь капралу. Ну так она не идет ни хрена, чё я, чем могу помочь? Да. Тихо, я засекла движение, сигнал прерывистый. Вон там, вижу тварь. Похоже, роботы Вейланда не смогли их добить. Вот так. Где еще есть твари? Станция, технический этаж. Минутку. Ну ладно, заходим. Прямо сейчас помню. Станция, главная платформа. Исчез. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Внимание, андроиды!